Пусть P – простое число, дающее остаток 1 при делении на 4. Докажем теорему Ферма-Эйлера, то есть докажем, что число P представимо в виде суммы двух квадратов. Для этого сначала рассмотрим уравнение Пелля x квадрат минус py квадрат равно 1. У него есть решение в натуральных числах. Среди этих решений выберем самое маленькое и перенесем единицу налево, а py квадрат направо. Размножим на множитель. Тогда смотрите, число x обязательно нечетное. Ведь если бы число x было четное, то у нас возникло бы противоречие, потому что y тогда должен быть нечетным, y квадрат дает остаток 1 при делении на 4, p тоже, здесь получается минус 1, по-моему, на 4, а здесь 1, такого не бывает. Вот. Значит, x нечетное, значит, это сколько делится на 2, это тоже делится на 2, и вот их наибольшим числом именно равенство, соседние четные числа, x минус 1 и x плюс 1. Значит, либо 2pz квадрат и 2t квадрат умножители, либо наоборот, 2z квадрат и 2pz квадрат. В этом случае получаем противоречие с тем, что x и y были самые маленькие. Потому что мы получили опять решение уравнения Пелля, только с меньшими, чем x и y числами. Так и бывает. Значит, на самом деле выполнено вот это равенство. То есть z квадрат минус pt квадрат это минус 1. Значит, для чисел, которые дают остаток, простых чисел, дают остаток 1 при делении на 4, длина периода цепной дроби числа корень из p нечетная. Отлично. Смотрим сюда. Вот корень из p написан в виде цепной дроби. Длина периода нечетна. Ну, вы помните, что чисто периодически становится, если еще сюда прибавить целую часть корня из p, да, тогда здесь будет 2 нулевое и так далее. Вот. Ну, а если не с а нулевого, а дальше, то вот нечетная длина периода. Давайте рассмотрим число, полученное отрезанием первых k плюс 1 элементов. Вот такой вот, начинающийся с акатова. Аката и так далее, первое, 2 нулевое и так далее, и так далее, и так далее. Тогда это принтроп. Потому что здесь у нас есть 2 нулевое, сюда идем А1, А2 и так далее акатая, и направо идем А1 и так далее акатая. А если палиндром, то вспомните доказательство теоремы Галуа. Сопряженное число – это минус единица, отделенное на само это число. Ну, мы почти все сделали. Смотрите, число бета появляется в процессе разложения корня из p в цепную дробь. Вы помните, что дискриминант в процессе разложения не менялся. И если вначале он равнялся числу p, то он и всегда будет равняться числу p. Значит, число p это имеет по форме решения квадратного уравнения какой-то такой вид. Натуральное число плюс корень из p разделить на натуральное число. Сопряженное получаем, когда меняем знак перед корнем из p. Осталось вот эти два числа подставить в это равенство. Минус единица – это бета умножить на бета сопряженное, то есть это а квадрат минус p разделить на b. Значит, минус b квадрат – это а квадрат минус p, ну и p – это а квадрат плюс b квадрат. Вот так через рассмотрение цепной дроби